такой. Что, продолжаем? Ладно, хорошо, у нас двухсерийный пустырь. Вот как раз я начал рассказывать, Оля. Посмотрите, вот мы определили, что из этой зоны мы будем убирать объем. Отчесываем прядочку. И теперь очень важный момент. От чего зависит форма стрижки? Форма стрижки зависит от положения пальцев. Вот эти разные технологии, которыми забивают голову, особенно поначалу учащиеся, вот они увидели какой-то новый способ стрижки. Ах, вот я видел, что там вот так вот делали, там на каком-то шоу, и они все стрижки делают так. Надо разделять. Форма стрижки зависит от положения пальцев. То есть мы натянуты перпендикулярно от головы пряди, пальцы поставили именно так. И теперь неважно, сделаю ли я вот так вот срез бритвой в этом месте, возьму ли я ножницы, подстригу ли я ножницами здесь, или я передвину чуть-чуть волосы и сделаю вот так вот, или я возьму ножницы и подстригу вот так, или я подстригу ножницами вот так. Форма стрижки от этого не изменится, она будет точно такая же. Вот это надо самое главное понять. От чего зависит форма стрижки? От угла наклона пальцев. Ну, если при условии, что прядь перпендикулярно оттянута. Еще, если мы прядь будем под углом оттягивать, еще это добавляется, да, к размышлению к нашему. Вот это очень важный момент. Понимать. И надо как минимум разделять эти вещи, что с одной стороны четкая постановка пальцев для необходимой нам формы, а с другой стороны срез. Конечно, срез бритвой хорош тем, что мы сразу же текстуру создаем, потому что, видите, происходит филировка, и сразу вырезаем форму. То есть мы одним движением достигаем двух целей. Создание формы и создание текстуры стрижки. Удобно? Удобно. Надо этому учиться, конечно, надо. Но понимая. Поэтому вот, при таком анализе стрижки, при таком понимании, что от чего зависит, можно потом хорошо пользоваться всякими кассетами, на семинарах на каких-то вы видите, и вы анализируете, что делает мастер, что от чего зависит. Ага, вот если он так пальцы поставил, он делает такую форму. Если он там туда-сюда прядь потянул и вот так вот, ага, это он, наверное, текстуру создает. А если он просто вот взял так в жгутики замотал и там что-то делает, сейчас давайте жгутики поделаем. Ага, жгутики, да, это вообще отдельные. Давай, выключи, я отдельный сделаю ролик.